Всем привет! На канале Zenvlog. У нас ничего не поминалось. Напоминаю, меня зовут Андрей, веду влоги из Германии. У нас сегодня пятница, 24 мая. Сегодня у Марка день рождения. 8 лет. С самого утра он проснулся сразу, мы с подарками. Я, Оля и Соня его поздравили. Пожелали всего наилучшего. Все, поэтому он попросил меня сегодня пораньше забрать. Да я еще не на работе освободился пораньше. А завтра у нас будет вечеринка для детей. Ох. Я даже не знаю, что про это сказать. Мы надеемся, будет хорошая погода, и детям мы сможем накрыть на улице на стол. Ну вот, я не знаю. Кстати, терраса наша. Мне в прошлый раз, в прошлом видео, прилетела предъява за то, что я не показал, как там Марк спасал вот эту мышку Шпицмаус, землеройку, кстати, и правильно, по делам прилетело. Поэтому сейчас кадр вам вставлю, как происходило это спасение. Снимал все на телефон, выкладывал в инсту, так что, пожалуйста, посмотрите. Чуть-чуть подобрели. Короче, пескуна нашли прямо тут. Землеройка. Сейчас у нас спасение будет. Поить, кормить. Ты уверена, что она молоко? Марк, иди, мамка, будет с пипеточкой. Ну, типа, да. Я помогу. Может, тут уже совершеннолетний. Ой, почему? Ты разбавь водой, может, чтобы не жирное было. Я там не знаю, что там по жирности учитывается, что быть. А, правда, греча. Зато вкусно. Да? Это вкусно на... Она вон и бумагой может питаться. Может. Вкусно на овсянку с молоком. Пап, Комсомир. Папа, перестань его мучить. Это, во-первых, может, он на оно хотел сказать, может, в Германии. Перестань его. Покажи, что он очень сок этот. Нет, мама. Ой, помидоры. Ну, правда, очень сок. Такой вот у нас перерыв на спасение. Также люди попросили обязательно показать, как я буду красить террасу. У меня уже процесс начался. Вчера я 4 балки только с 14 покрасил. Извините, не снимал, потому что делал это под палящим солнцем, в одних только шортах. А чтобы, знаете, вас тошнило при виде моего, ну, тела, как бы не хочется. Такое, знаете, отвращение, чтобы вызывало. Поэтому я уберег ваши глаза, уберег там вашу нервную систему. Остальное буду докрашивать, наверное, вот... Ох! Воскресенье хотелось бы, потому что у нас опять начались дожди. Вот сегодня передают дождь, завтра передают дождь, и тут непонятно. Также у нас в городе сейчас праздник. Там фестиваль, приехали аттракционы, там ярмарка, центр весь перекрыт. Какой-то дурдом, вообще не подъехать никуда. Ну, очень проблемно это, когда городок маленький, и весь поток, который раньше там рассасывался по городу, сейчас идет по одной дороге, это просто неудобно. Что я? Я съездил на Айнкауф. Затарился. Не знаю, вам, наверное, уже показывать не буду. Я думаю, по ценам все примерно знают. Они у нас не падают, немножко только растут. Вот поехал 130 евро, это без алкоголя. И толком мяса ничего, там пару просрочек взял, все. Купил, отдал. Так, ладно, надо быстренько все расфасовать, по холодильнику попрятать. Потому что завтра вечеринка, еще что-то докупить, наверное, Оля придет. Также потом сосед попросил, там надо ему прицеп помочь затолкать, схожу. Ну и Марку мы подарили мяч, футбольные ворота. Он же у нас футболист. И лего, огромное-огромное лего. Поэтому я хочу сейчас еще успеть собрать футбольные ворота. Они небольшие такие, типа как для футзала. Поставим. Вот. А, кстати, вот завтра дети будут пинать. Великолепно будет. Ну, если не будет дождя, конечно. Кстати, недавно мой товарищ, коллега, фотограф, говорит, Андрюха, подпишись, он в Aqua Global в этой компании. Типа, стань партнером под него. Короче, ему там надо, какой-то приз разыгрывается. Я говорю, ну окей, хорошо, подписался. И тут недавно мне приходит сообщение, типа, от DHL, что ваша посылка Aqua Global уже в пути, ожидайте прибытия. Я думаю, что за разводняк такой, типа, я ж ничего у них не заказывал, вообще ничего, какого, блин, такого, да? Думаю, ну все, наверное, сейчас там введите данные, хотя там написано сгенерировано автоматическое сообщение, на него не отвечаете. Думаю, ну странно. Тут почтальон приходит, приносит. Хочу вам сказать, приятно было.
Ну, вот, прикольно, да? Просто за то, что я стал членом Акваглобала. Вот такую вот посылочку прислали. Ручка, инструкции, книжка о создателях, блокнотик. И я еще не разобрался, скорее всего, тестер для воды. Типа, что он там мерит, как это надо почитать, посмотреть. Ну, приятно, в общем-то, было, что ты вот просто стал членом их клуба. И вот такую вот вещь получил. Вот, вот умеют, знают, что такое маркетинг. Молодцы. Круто. Кто играет в God of War? Боже мой, помогите. Если вкратце я сейчас включу, подождите. Двух братьев. Мне надо завалить. Я просто уже, наверное, неделю, вот, ну не могу вообще этого сделать. Вот у меня тут махач с ними, магний, моди, и все. И просто я вот не знаю, что делать. И... Ну, сейчас просто одной рукой неудобно играть. Вот, не обращайте внимания, да. Так что, если кто-то играл, знает, как пройти, блин, подскажите. Потому что просто вот дичь. Хочется пару слов сказать по поводу... Многие пишут, что в Германии люди не такие закрыты, живут сами себе. И они правы, кстати. Да, вот тот, кто это пишет, кто это говорит. Вот взять, допустим, у нас есть соседи. Немцы. А у нас тут все, кстати, немцы вообще. Так повезло. И они уже постарше нас, они там порядка 50-55 лет. Вот все, это вот просто встретишься, болтаешь там уже и не знаешь о чем и о всем. Они как-то и на твоей волне и понимают, и юмор у них такой же, что удивительно. Вот это они, вот такое поколение, как у нас выросло, я даже не знаю, вот того еще поколения, той закалки. Я еще сходил, соседу помог, он купил землю, 2,5 тонны прицеп, я ему там помогал дотолкать, и он говорит, у тебя завтра вечеринка у ребенка, да, там, а мало ли дождь, и вот мне навесик дал раскладной 3 на 3 метра, говорит, все, бери, и что хорошо, у него тоже там куча техники, вот мне сейчас надо будет заняться газоном со временем, и вильтикуватор как-то правильно, я просто не знаю, как он называется по-русски, я только знаю немецкое название, короче, культиватор, по-моему, прокультивировать траву. Газон. Не засеять новую траву, что у нас большая проблема. У нас много мха, редко растет трава, и мох как бы там прогрессирует очень сильно, и газончик, ну, не очень смотрится. Он говорит, все, бери вот у меня электрическое, пожалуйста, любую там косилка, щипцы, кусачки, дрели, все дает и без проблем. А есть одни уже немцы, наверное, наше поколение, вот такие немножко, а, наверное, как и мы. Вот. И они там просто, здрасте, до свидания, все. Ну, и не поболтать с ними ничего, и как-то у них такие лица, что и не хочется, бывает, знаете. Вот, вот реально я заметил, что новое такое поколение немцев, оно живет само себе просто. Вот, и ничего им больше в жизни не надо. Вот они там свои друзья, они ни с кем не хотят, даже вот соседям. Я как-то смотрел видео «Дневники дяди Сережи», по-моему. Ну, я на него подписан, прикольно тоже, интересно смотреть за ним. Многие, думаю, мои подписчики его тоже знают. Он живет в Германии, он как-то говорил, что с своими соседями, типа, 25 лет. Ну, просто привет, пока, я даже дома ни у кого не был. И я так понимаю, большинство наших соседей такие же. Они вот привет, пока, все, побежали. У вот этого нашего дедушки мы уже как-то зашли к нему в воскресенье. Он звонит, говорит, зайдите в гости, там что-то рассаду предложил Оле. Мы садимся на террасу, они с женой выходят такие... На Олю, Апероль Буш, 12 часов дня. А я как раз только со свадьбы приехал, уставший, сел, так хорошо у них там на террасе, блин, великолепно. Оля будет, ну типа буду, он мне пивка может, я холодное несите. Мы, короче, часов до 5-6 вечера с ними болтали просто там, попили пиво, Апероль, ну вообще время провели просто настолько великолепно. И даже мне моего немецкого языка вообще хватает выше крыши для общения. И они такие люди, что ты начинаешь что-то говорить не можешь, вот слова не знаешь. Пытаешься за него пояснить, и они сразу, вот это ты имеешь в виду, да, все. А часто встречая немцев уже, вот, молодое поколение, ты начинаешь им, вот, как бы, объяснять слово, а у них как будто, вот, стоит стена перед, между мозгом и тобой, и вот ты ему, как бы, пытаешься объяснить, вот, такая-то вещь, что-то, то-то, он, я не понимаю, ну, вот, все. Как бы, логика отбита, она отсутствует напрочь. Ну, что ж, так, а... В магазин собрался. Был сегодня на закупке, забыл. Хочу пиво, не знаю, просто захотелось вечером попить пиво. Гиннес. Хочу Гиннеса, вот заморозить его. Думаю, пешочком в магазин прогуляюсь. Ну, скорее всего, никак. Марк там сейчас принимает поздравления вовсю. Чуть-чуть позже тогда к нему поднимемся. Может, покажет вам конструктор, который мы подарили. Вот он что-что. Мне нравится, у него такой... Надеюсь, технический склад ума будет.
Вот он с детства, наверное, с лет 5, вот конструкторы, вот он может отвлекаться на любые вещи, там, даешь конструктор, все, он втихаря идет, садится, пока его не соберет, его не видно, не слышно. Вот у него там постоянно. Сейчас вот ему 8, мы там дарим конструкторы, которые иногда там плюс 9, от 10 лет, и до этого там на 7-6 лет, там 8-летний конструктор он лего получал, вот у него там лего этого просто уйма. И все, вот он садится, и вот первым делом он там не ворота попросил, папа, давай соберем. Ну, конечно, с такой погодой сейчас мяч-то не попинаешь. А вот все, он уже конструктор, только со школы пришел, все, его не слышно, не видно. Сейчас позвонили дедушке, бабушке, поздравляют, я понимаю, что он уже там половину собрал, все рассказывает, что там у него. Так что сейчас в магазин, наверное. Я ненавижу такую погоду. На парковке место сейчас будет найти. Может, чуть попозже. Ну, хотелось пиво закинуть в холодильник, чтобы оно остыло. Так, вот наш именинник. Ну что? Сколько тебе лет? 8. Чего собираешь? Дракона. Что за дракон? Зеленый легендарный дракон Ллойд. От Ллойда. И на ниндзяго такой. О, окей. Вот. Даже написано, как его зовут там. Ллойд легенд. Legendary Dragon. Dragon. Окей. Okay. Ворота завтра или когда будем делать? Сегодня. Сегодня. Так сегодня дождь льет. Ну ладно. Дождь больше не льет. Льет там жесть. Да уж. Ладно, разберемся. Собирай. С днем рождения тебя. Все поздравляют подписчики. Зай, меня спрашивают, когда ты уже появишься в кадре. Не сегодня, наверное, да? Ну, подписчики кто еще? Кто интересуется? Кто? За кого спрашивают? Оля все, жива-здорова, вот просто, как я говорю, после работы она отдыхает, там все уже в халатике бегает. Поэтому мы уже готовим на вечер у нас сегодня пицца, немного наггетсов. И смотреть мы сегодня что будем? У нас сегодня пятничный просмотр фильма Тора третьего. Или Страж Галактиков. Галактики. Ну, ты хорошо, что тебе до этого сказал, что я устала работать. Ладно. Да, и по чуть-чуть готовимся уже к завтрашнему празднику. Смотрим, хватит ли нам одноразовой посуды для детей и всего остального. Короче, да, на вечер мы сегодня выбираем или Стражи Галактиков, или Тор третий. Так, ладно, пускай Оля смеется. Все. Так что посмотрим. О, класс, я еще даже позанимался перед тем, как приступить к... Тебя реально это так рассмешило? Да. Ну это же лучше, чем, помнишь, у нас... Это моя прерогатива. Нет, у нас есть вообще человек, который... Косноязычие, это... Косноязычие или красноязычие? Нет. Костоязычие. У нас есть человек, который, извини меня, Тора со Втором путает. Так что и Локи это... Как Локи был у него? Флоки. Флоки и Втор. Вот это вот супергерои марвеловские. Запомните, да, это правильно. Флоки и Втор. Угу. Так что есть у нас такой один товарищ, скажем. Ой, ладно. Мы садимся за просмотр фильма. Увидимся с вами уже завтра. Ну, для вас это будет там пару секунд. Ну все, огонь, смотрите, а. Палатка установлена. Все, можно принимать гостей. Стол поставлен, сейчас все протрем, вытрем. Пойду за посудой одноразово сгоняю. Так, мы также Марику купили вот такие вот ворота. Сейчас их соберу, поставим. Ой, боже мой, куда это показывают. Пускай дети пинают. Красным вниз. А, ну по логике вот так. Так. Ну да, все.
Принесли. Все, ворота установлены. Правда, у меня трава, газон еще пока не стрижен. Но здесь, я думаю, вытопчут сегодня. Как раз. Ну-ка, давай. Все. Готов. С новым мячом, с новыми воротами. Красавчик. Все, на этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Впереди я вам, как говорил, буду показывать полностью, как мы делаем наш навес. Это все будет чуть позже. На этой неделе, наверное, постараемся. Для начала покрасить надо и потом установить. А сегодня отмечаем мы день рождения Марка. Вам всем спасибо за просмотр и до следующего видео. Всем пока!